И давайте не будем разразняться или сосредотачиваться на негативе. Тем временем матч продолжается. Мяч до Николая. Николай там один был с преимуществом. Ой, очередной перехват от Аарона. Будет сверху? Нет. Аккуратненько. Лендаре расписано так, чтобы судьи везде приняли участие. А тем временем Аарон Феликс совершает передачу. Не скидывает почему-то партнеру. Остается 2.5 минуты до первой игры между Ирбис и... Все это видно на трансляции. Трехочковый от Аарона. Да, у нас Джейден Сайлс выходит на площадку и Артем Степанцов. Аарон с угла точно. Первый раз, да, получает мяч. Александр Жигулин сразу треха в лоб, очень повысил. 5-4-3, Артем Сипанцов с угла. Сразу за раз. Никита Бола, Николай Бажин трехочковый. Наверное, третье уже нарушение. И переберегает его тренер. Скидка хорошая на Роберта Пана. Какой разобрался со всеми. Ох, как сколько контакта, да. Видел. Аарон Феликс, Николай Бажин один на трехочковой. Аарон Феликс будет обыгрывать. Артем Козыркин один на трехочковой. Чисто. Аарон Феликс с мячом. В разрез снова заходит. Проход. Никто не мешает ему. Средний, простые два рабочих очка. Проход идет Аарон. Отличный релиф. 36 минут уже провели, по-моему. Нет. Извините, Аарон Феликс в проходе. О, очень... Роберт с мячом. Пас на Аарона. Ему вообще никто не мешает. Да, немножко нам тут неудобно, поэтому мы немного настраиваемся. Ох, Аарон. Аарон с мячом, Роберт ставит ему заслон, пик-н-ролл, Аарон врывается.